В Западном военном округе масштабная передислокация боевой авиации. Военные самолеты и вертолеты отправляются на оперативные аэродромы, параллельно выполняя сложные упражнения по пилотированию и противодействию условному врагу. Многим экипажам предстоит преодолеть около 1500 километров пути до аэродромов в Заполярье. Передовые группы уже совершили перелеты и обследовали пункты назначения. Военно-транспортная авиация доставляет на места оборудование и вспомогательную технику, в том числе медицинские машины. Напомню, маневры проходят в рамках масштабной проверки боеготовности Западного и Центрального военных округов, объявленной Верховным главнокомандующим. Всего задействовано около 150 тысяч военнослужащих.